Тебя ждет комбат. Он на третьем этаже. Послушай меня. Бойцы от языка узнали, что скоро нашу базу будут из градов пидасить. Поэтому надо всем нахрен валить отсюда. Иначе реально капец нам тут. Единственный путь для отхода — на север, вдоль забора. Но там все снайперы простреливают. Они засели с западной стороны казармы, в здании напротив. Если гаонов не грохнуть, мы к своим не пробьемся. И еще момент. С восточной стороны казармы, за южной стеной здания вдали, была замечена еще одна сука. НАТОвский военный инструктор. Грохни его за компанию. Семена, снайпера, эти пидоры ранили тяжело. Поэтому рассчитываю только на тебя. Короче, хватай его СВД и действуй. Винтовка на третьем этаже. Как кончишь всех уродов, мухой ко мне. Я буду ждать в подвале. Будь осторожен, подходя к окнам. Снайпера всю казарму простреливают.
Послушай, дружище, ты реально мужик, серьезно нам помог. У меня сейчас для тебя самое важное задание. Уже через час по базе градами будут работать. Короче, мы должны валить отсюда. Вырвемся за территорию и дальше по лощине к своим. В подвале люди. Несколько раненых. Часть людей уже отошла. Остальных выводить надо. Срочно! Короче, ты с Ренатом будешь прикрывать отход. Знаю, это сложно, но ты отличный боец. Ренат тоже пацан, что надо. Уверен, вдвоем вы справитесь. Как только отойдем, не тормозите, мухой за нами. Ренат путь знает хорошо, он местный. Он уже наверху, на втором этаже тебя ждет. Позиция там хорошая, все видно отлично. Как все закончится, с меня пузырь. Ну, давай, братан, не дрейфь. Жизнь всех этих людей в твоих руках. Хороший у тебя вещмешок, модный. Можно я в нем покопаюсь? Ладно, да? Я знаю, кто ты и зачем ты здесь. Ты ищешь Артура. Тебе его не найти. Ты и твой босс организовали эту бойню. Но вам Артура не достать. Вам не достичь вашей цели. Вы недостойны. Что? Какие интересные у тебя тут документы? А вот что это?
да. А, интересно, интересно. Не понял. Да ты ведь даже не в теме? Ой. Да ты же серьезно не знаешь, кто такой Артур? И из-за чего вся эта... И что за херня тут происходит? Ты тоже не знаешь? Офигеть! Да ты ведь даже реально не в курсе, из-за чего вся эта бойня? Я охренею! Артур, приморийский шпион! Ха, приморийский шпион, а! Вот ты там рассмеши! Артур шпион! Да тебя же тупо развели! Слушай, а на кого ты вообще работаешь, а? А может, ты сам приморийский шпион? Молчишь? А, да насрать. Ты всего-то лов на побегушках. Живи, короче, а я ухожу.